Актриса потеряла сына от Игоря Ливанова в 2015 году. Ирина Безрукова тяжело переживала смерть единственного ребенка. Эта боль в сердце, как признается актриса, никогда не утихнет. Тело Андрея было найдено в его московской квартире. Обстоятельства смерти молодого человека долго изучали эксперты. В итоге пришли к выводу, что парень сильно ослаб после перенесенного вирусного заболевания и упал, сильно ударившись головой. Тело молодого человека кремировали. «Мой сын говорил, что человечество растет с такой большой скоростью, что скоро весь мир превратится в одно большое кладбище. Зачем захламлять планету? Есть разные традиции, когда тела предавались огню и потом уходили в природу. Я просто выполнила его волю, сделала ровно так, как он хотел», – рассказала Ирина. А вот решение о захоронении праха актриса принимала вместе с экс-супругом Игорем Ливановым. Он сказал: «Пожалуй, да, Андрей бы этого хотел. Его прах находится в чистейшем озере в Карелии. Андрей очень любил воду, обожал ездить с папой на рыбалку. Туда они не успели доехать. Игорь это сделал», – рассказала Безрукова. Ирина по-прежнему не может смириться с тяжелой потерей. В дни рождения и смерти наследника звезда посвящает ему посты в социальных сетях и мысленно просит у него прощения. Что касается вещей, то Андрюха всегда очень любил делать всем подарки. «Я пригласила его самых близких друзей, племянника своего, привела в комнату Андрея и открыла шкафы. До сих пор мне его друг шлет фотографии, на которых он в его толстовках и футболках», – поделилась Ирина.